Свинью зарезал. Возил туда. Где-то 50 кг мяса с ним получается. Ну, чисто видно. А что это за свинья? Вьетнамские свинки. Ну вот они чем хороши. Тем, что, во-первых, свинья сама рожает, не надо ей помогать. Не задавит никого. Рожает по многу. Вот первородки где-то штук по 10 сразу. Вот. А так до 25 штук умудряется рожать. Вот. Ничего себе. И они не воняют. Вот. То есть вот подходишь. Нет, вот там вот у меня 4. Сколько? 4. 5 свиней сидит вот сейчас. О, бегом бежит. Бегут, да. Вчера коза разродилась второй раз в этом году. Здесь вот какой-то козленок ее бегает. И еще двух сейчас принесла. Один уродец, правда, родился. А это? А это занинские козлы. Козел это. Безрогие? Угу. Они тоже, они без запаха. И мясо без запаха. Ну вот, вот козел взрослый уже, ему два года с лишним, наверное. Вот он не пахнет вообще. Ну, хороший так козлы, в общем-то. И козы. Вот у меня собаки задрали в этом году все поголовье. Вот безрогих. И остались вон три козочки с рогами. И такие же вон родили. Но вы откуда-то привозили их специально, да? Мне монастырь подарил. Вот. У меня были рогатые козы. Монастырь подарил козленка. Ну, вообще у меня был здоровенный. Вот. Ну, в общем, где-то порядка 100 килограммов. Ого. Вырастает, да. Но я его потом, правда, зарезал, то, что он уже бесчинствовать тут начал. Ну вот это его потомство, да. Жена врачом работала здесь. Ну, она же лечила. Ну, вот они там звонят, им козлы не нужны. Вот весь монастырь-то полно. Весь Воротынск монастыря. И приедет, вам заберете козлят. Заберу. Ну таких, я имею в виду, козлов. Кос они себе оставляют, там они молоко дают. А эти им не нужны, они мясо не едят. Ну, вот я их. А поросята что кушают? Вот траву с парыш едят. Вот этих я вообще не кормлю. Ну, это отдельно, ничем. Они вот от мамки и сразу на этот, на спарыш. Выпустил, и они пасутся. Да. Ну, сейчас я просто козлов. Вот у меня и так вот, все вот так. Это все вот козлятина мне вот это вот творит здесь. Все разрушат, все сломают. Все, что можно. Зеркала оторвут у машин, все стараются, в общем. Вредители. Поэтому сейчас к соседям убегают. Вот их вчера только позакрывал, порвали забор. И те позакрывал, еще там козочек родила. Сейчас попрут, если выпустишь, найдут дырку. Побежали. Картошку все посадили уже. Жалко на меня понапишут.